Слоненок между пальмами. Скульптор Сальваторе Манджиони, более известный как Сальво, является одним из художников, которые приняли предложение местной администрации Сан-Бенедетто-дель-Тронто по облагораживанию гостиной города. Идея заключается в том, чтобы превратить центральную улицу города в настоящую открытую художественную галерею, которая смогла бы стать приятным местом для встречи и общения. Мастер полностью воплотил в жизнь этот замысел, создав статую слоненка из позолоченной бронзы. Этот слоненок живой и веселый, идеально дополняет новый стиль. Проспект достаточно быстро стал любимцем публики. За короткое время сюрреалистичный слон стал неотъемлемой частью городского пейзажа и точкой отсчета для всех. Особенно любима эта скульптура детьми, которые с любопытством поднимаются вверх, чтобы коснуться его хобота.